Господа, я примкнувший к ним дамы, и снова здравствуйте. Опять этот самый канал Инстаграм, который вы смотрите зачем-то. Угу. На самом деле, смотрите. И, слушайте, ну, вот это было куплено, потому что... Чисто из-за названия и из-за цены. Да. В общем, суть какая. Все, кто смотрит канал, я думаю, уже наслышаны этим миллионом этих историй. Да и сами, наверное, в жизни их слышали многие. Когда вот люди, знаете, что взять? Бери брестскую, да? Водку надо брать брестскую. Вот это вот у нас с 2000-х ходов как-то вот сначала... Ну, как ЛВЗ брестский появился, белалка. Ну, когда они обновили, получается, линейку своего оборудования, да? И все резко кинулись покупать были брестскую водку. И вот с тех пор это легенда, что брестская водка, аж брестская. А тут попалась водка с названием Брест. Ну, мы, короче, ну, не удержались. Ну, да. И сколько она там стоила? Цена как в Эльдорадо, 9,99. Ну, это просто... Красную цедик в копеечке. Разлив достаточно свежий, 28 декабря прошлого года. Да, но я ее в декабре у нас не видел. Я тоже. Я первый раз вообще вот увидел, ты мне когда скинул фотографию. Ну, там я... очень прикольная эта копеечка, потому что там именно там этот самый Ипинский ром, там еще эти все, там же эти прекрасные нарочанские напитки, там все на свете. Вот, ну, собственно говоря, что? Водка брестская. Водка брестская. А, это же надо сказать, что тут? Вода, люкс и сахар, но... Интересна она не этим, она интересна моим любимым производителям, ну, одним из любимых производителей. Вы знаете, у нас есть заводы, от которых мы с Женей просто вот писаемся кипятком. Ну, это да. Один из тех, это Куб Маньковичи, брестский алкоголь. Да, Иван Купала благодаря своим настойкам вкусным за 40 градусов ушел из этого списка. Не, Иван Купала, слушай, он там как-то был подозрительно странным. Знаешь, Женя, что самое интересное с настойками Иван Купалы? А... 2 года назад у нас был с тобой обзор на их зубровку. Я, правда, один за столом сидел, но ты за кадром был. И там я ее разнес в пух и прах. Но она была в другой бутылке. Ну, она, которая, я понял. Про какую, да, вот да. Которая это... И там она мне не понравилась совсем. И мне... Это нам подписчик реально написал. Говорит, так 2 года назад вы, типа, ругали. Я говорю, ну, значит, она 2 года назад была совершенно другая. Да. Ну, потому что я помню, ты тогда за кадром тоже пробовал. Вот мы оттуда, походу, это и несем, что Иван Купала. Мы с тобой это несем, когда мы с тобой купили бутылку вот этого же бренда, вот где на 3 буквы «Крамбамбуля» было написано. Сейчас только такой даже нету. Есть, синяя есть. Ее вот. Уже нету. Есть, стоит в Аматисте, пожалуйста. Даже на самом сайте завода. На сайте только вот эти три, которые эти, мы да? с тобой обозревали. Мне кажется, это значит, какие-то старые остатки в магазинах вижу периодически. Понимаешь? А это у нас Куб Маньковичи, да? Это Куб Маньковичи. Это вот эти бренди «Императорский двор». Вот это вот все. Но я почему немножко в это верю? Ну как, не совсем этот самый, не совсем боюсь. Ну, надеюсь, что не совсем нас это убьет. Почему, Женя? Раньше нам уже оттуда что попадалось? Ну, вот эти вот недоконьяки, недобрендяки, да, ну, которые да. вот эти смесь дистиллята, ректификат, вот это напитки вот все. Спиртные крепкие были. Да, а это же настоящая водка. Люкс, вода, сахар, ну, ничего другого. И название, которое, знаешь, это +2 к этому. Да, +2 к покупабельности. Ну, кстати-то и ничего. Ну, люксиком, просто люксиком. Вполне себе нормально пахнет водкой. Ну, ты знаешь, прикинь, сейчас окажется нормальная водка. Знаешь, это такой запах, как образно говоря, когда я говорю, что напиток сразу предупреждает. Алкоголь. Не, слушай, алкоголь. Так, не, здесь неплохой запах алкоголя. Да. Вот я прошу прощения, мы с тобой до этого польскую записывали, а там пахло хуже. Намного. Ну и с рюмки пахнет тоже хорошо. Мне нравится, когда водка. Здесь вообще пахнет. Вот пахнет нормальной люксовой водкой. Да. Без такой, ничего. Без... Без претензий на что-то, но нормальный. Ну, давай. Давай попробуем. А, нет, послевкусие говно. Ну, такое. Ой. Нехорошее. Запить хочется. Или не заесть, запить. Запить. Доставай наш реквизит. А где этот реквизитный? У Олега Анатольевича. А, он его забрал? Их же 2. Ой. Ладно.
Очень хочется запить. Заходит-то хорошо. Про бокал, ладно. Заходит хорошо. Я Женю просил взять, там же их два было, по-моему. Белорусский производитель заставляет, это честно, ее заедать что-то как-то не хотелось. Слушай, она вроде сразу провалилась, ничего. Ну, оно потом, знаешь, оно как бы вроде ничего. Выхлопец. Потом ничего. Даже не сколько выхлоп, а вот это вот такая нарастающая горечь идет. Во рту, неприятно. Нарастающее вот это вот, как ты говоришь, состояние, вот когда ты, утреннее. Когда утренний бадун, вот это вот сухо во рту, и это супер когда горькая ты, слюна пьешь, противная. Когда ты пьешь воду, а это все, вся горечь все равно через поток да. воды проступает. Ну, когда у тебя вот эти вот рецепторы вот забитые, все, и вот эти вот горечи. Короче, послевкусие отвратительное. Ну, 9 рублей, то есть это, наверное, я уже дешевле не знаю. Но это же, не знаешь, это вот водка, да, короче, ее могут пить спокойно те, кто, вот, знаешь, как делать, которые, кто человек берет вот рюмку хлоп да, и запил. И запил. Вот если ее сразу да. запить, вопросов не будет. Или супчиком закушать. Или супчиком. Она вот, ну, она что-то, чтобы смыть рецепторы. Ну, именно надо. Вот пить, наслаждаться, стоять на какой-то банкетный стол. Блес, наверное, еще 50-50. Уха, да. Вот нам Олег Анатольевич из-за кадра подсказывает, что уха, мы борщик, этот самый. Ну да, кстати, мы тебе отдадим это самое. Поедешь в следующий раз вот ловить карасей. А, кстати, ее можно в эту, в подлодку кидать, ну, она будет нормально да? себя чувствовать. Ну, типа того. Вот. Тех, кто глушит рыбу, глушить. Mm. Вполне можно закидывать вот еще это самое, кто есть любители ершей, да? То да, в ерш. Ну, она там не испортит, потому что все равно тебе пиво... Давай так, как составляющая какого-нибудь коктейля, где нужна водка, это тоже будет, наверное... Ну да, потому что оно уберется, это послевкусие за счет других... Да, ну, в чистую, как бы нам, ну... Невкусно. Ну, нам с Олегом невкусно. Невкусно. Она нормально, качественно сделана, все. Хотя пахла она достаточно приятно. Ну, обнадеживающая. Да, но, видишь, запах не все. Не все, да. Ну что, слушай, я бы уже подводил итог, мне не надо второй раз ее пить, чтобы это... То есть суть какая? Пахнет норм, заходит норм, послевкусие отвратительнейшее. Отвратительное, да. Как выходит, проверим попозже. Да, если запивать сразу, да. А так, ну, пятерка. Ой, я бы даже сказал 4, потому что отвратительное послевкусие, ну, да, я давай, такое терпеть ладно, не могу. 4 балла я ей поставлю, балла. Потому что, ну, знаешь... Если бы она хотя бы не так же, но если бы это можно было терпеть, но тут уже прямо полезли запивать из горла уже прямо. Ну да. Есть все-таки свои тогда, нюансы. Тогда 4, тогда да. согласен. Ну, все, наверное, лайки, да? подписки, комментарии, хорошие напитки. Не вот это, я бы это вам не советовал брать. Так, даже за 9,99. Даже учитывая, что она брестская. Брестская. Вот, я бы все-таки, ну... Знаете, даже в Брестской, хотя, блин, вот мне Брестская водка почему-то не алло. Я из Брестской водки... А тебе ничего из Брестской не нравится? Роял Бизон. Роял Бизон. А мне он как бы, ну, для меня вот очень водочный для меня. Нет, я его люблю искренне. Он вкусный. Под шашлычок, да. милое дело. Ну, дорогой. Но он дорогой. Он сейчас сколько? Он рублей 40 стоит 40, сейчас. Да. Ну, пошел он лесом. Нет. В общем, ладно. Большое спасибо. Не затягиваем, короткий обзор, потому что и водка на самом деле очень банальная, ну да, вообще тут ничего тут не было. Было куплено чисто из-за Лиссабона. Ну ладно, да. повеселились. Зато это самое, да. Зато наслаждайтесь видами прекрасными. Да, солнышко вышло. Да. И можете угадывать, где мы сейчас находимся, вот когда снимаем. Да, точку. Ну вот это самое, просто будет очень интересно. Серьезно, кто вот угадает, где это? Да. Потому что, ну, на самом деле, можно подумать на такие, знаешь... Ну, короче, наводит на мысль одну, а на самом деле друг место другое. Да. В общем, все, будьте здоровы, пейте хорошие напитки. За вас, ребят. О, начинается, пошло! Может... Нет. Вот первые 10 секунд ощущение, хорошо. Что это вкусная водка. Да.